Волшебное слово, которому учат всех с детства. Спасибо – это универсальный способ поблагодарить за что-то. Всегда ли уместна благодарность? Почему не все умеют ее выражать и принимать? Когда благодарность становится манипуляцией? Об этом поговорим с психологом, доцентом кафедры социальной психологии Сергеем Березиным. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 19 сентября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Редактор